Печальные новости сегодня пришли об известной актрисе Ларисе Лужиной. Напомним, что народная артистка РСФСР, советская и российская актриса Лариса Лужина известна зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Вертикаль», «Незваные гости», «На семи ветрах», «Так начиналась легенда», «В дождь и в солнце», «Сыщик», «Охота на изюбре», «Тишина» и многих других. Буквально несколько минут назад стало известно, что Лариса Лужина была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Как сообщает источник, медики диагностировали у актрисы мерцательную аритмию. Сердце артистки стало сокращаться нерегулярно, что грозит ей инсультом головного мозга. По данным одного из популярных телеграм-каналов, на днях 84-летняя Лариса Анатольевна обратилась к врачам в одну из столичных больниц с жалобами на сердце. Врачи поставили диагноз – пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Это означает, что аритмия может возникать внезапно и длиться до 7 суток, после чего ритм сердца постепенно восстанавливается. Заболевание чревато критическими осложнениями вроде инсульта головного мозга. Напомним, что в 2017 году Лариса Лужина перенесла операцию на сердце. У нее также была диагностирована мерцательная аритмия, был удален тромб. В августе 2023-го она перенесла клиническую смерть. В реанимации госпиталя имени Вишневского ей сделали электрошок, чтобы запустить сердце. А в декабре 2023-го Лужина перенесла сердечный приступ. В данное время Лариса Лужина находится на амбулаторном лечении, ей назначили курс медицинских препаратов и специальную диету. Исключить из продуктов жирное, жареное и соленое. Артистку также попросили вести дневник, в который она должна вносить показания артериального давления.